я попрошу, чтобы вы приветствовали мою коллегу, человека, которого я знаю больше, чем 8 лет, человек, который невероятно эмоциональный и который вам расскажет то, что, может, еще сейчас не знаете. Татьяна Трубникова. Скажу, что не просто о компании нашей Imperium Group, а о выгодах и преимуществах сотрудничества с этой компанией. Потому что, когда я познакомилась с этим проектом, сразу же на себя одеваешь это одеяло, да, и смотришь, насколько новый проект. Да? Как давно? Это же важно, скажите мне. Важно? Очень важно. И у нас предоткрытие было 15-й год, а уже осенью 16-го года, 4 ноября, это наше празднование и годовщина, и мы в этом году будем отмечать 2 года. Вот 4 ноября 16-го года было официальное открытие нашей компании, тогда это еще было Power Matrix, а сейчас это уже Imperium Group. Конечно же, каждый смотрит и обращает внимание, что за продукт, насколько он эксклюзивный. Насколько он нужен тебе, да, самой, твоей семье, ценовая политика важна, скажите? Да. Важна. И вы знаете, вот давайте вспомним с вами. Были просто чемоданы, правда? А потом появились чемоданы на колесиках. Это же эксклюзив. И теперь уже никто даже сумку не купит, чтобы таскать тяжести без колесиков, правда? Так и для здоровья. Очень важно, что есть продукт. Что это не просто инвестирование куда-то там в дядю, правда? Не просто работа, о которой говорила Яна, а есть продукт. Продукт здоровья. И он абсолютно новый. Новейшие технологии. 21 век. Это космос. И посмотрев, что здесь квантовая физика, что здесь препараты работают на физическом уровне, на физическое здоровье нашего тела. И преимущество еще в том, что это энергоинформационная медицина. Это медицина 21-22 века. Новейшая, эксклюзивная. Конечно, нужно быть, как Яна говорила, ну просто быть глупым человеком, чтобы не обратить на это внимание. И если посмотреть на то, что производство-то наше, российское, с российскими учеными нашими, и кандидат медицинских наук Анатолий Васильевич Наговицын возглавляет производство специально для нашей компании Imperium Group. Это фармпроизводство, которое в Москве, Московская область, Владимир, город Владимирская область, город Кольчугино. И это очень здорово, что это российское производство. Да, научно-экспертный совет. Это опять-таки наши российские ученые. Поэтому мы месяц, два, три уже понимаем, что новый продукт придет. То, что эксклюзивно, то, что необходимо, то, что нужно, то, что актуально, чтобы поддерживать свое здоровье, сохранять его. Мы не больные хуже ищем, а мы ищем тех людей, которые хотят вечно быть здоровыми. И это очень важно. Кто возглавляет? Игорь Минин – это тот человек, который о сетевом бизнесе, MLM, знает все. Ну, может быть, даже почти все. Он знает все беды российских предпринимателей сетевой индустрии. Скажите, у нас так много миллионеров долларовых в сетевой индустрии, особенно в России. Их можно, правда, по пальцам сосчитать. Поэтому, создавая этот проект, создавая этот бизнес, эту компанию, это первая компания, когда есть продукт и создана компания. Это тоже же очень важно. Не когда создается вперед компания, а потом что-то там набирается на рынке и туда собирается. Вот это очень важно. Поэтому вы уже прочитали, что это и президент Евразиатской академии сетевого маркетинга с 2001 года. Это человек, который понимает, и создавая этот проект, я еще раз хочу повторить, самое лучшее, самое эксклюзивное. И в создании бизнес-проекта здесь тоже есть свои очень серьезные изюминки. Конвент национальной безопасности. Это тоже очень важно. И ответственный секретарь
наш Игорь Витальевич Минин. А Засорина Любовь Викторовна – это председатель научно-экспертного совета. Это тоже очень важно. Опять-таки, все схвачено нами, в нашей это компании, и это эксклюзивно. Потому что это технологии новейшие, передовые, 21 век. И об этом надо помнить и знать. И если больше уже 10 лет идут клинические испытания, наработки во всех экспериментальных вузах, клиниках страны. Смотрите, это же здорово. Это преимущество, как вы думаете? Преимущество. Это хорошие выгоды. А какой неохваченный контингент, сколько еще пустых мест на карте. И не только нашей России, но и во всем мире. Потому что такого продукта, как у нас, его нет. Мы первые во всем мире. Поэтому огромнейший контингент вот тех предпринимателей, сетевиков, которые могут спокойно прийти к нам. А продукция, я уже сказала, она действительно самая эксклюзивная. У нас больше 40 наименований продукта на сегодняшний день. Выбор был настолько легок, открыл каталог, все программы, все то, что имеется у нас дополнительно, сопроводительно, и есть это инструменты бизнеса, они создаются всегда новые и новые. Все печатается. Красивое издание – это важно. Не просто мы бегаем с какими-то листовочками, да? А это очень здорово, красиво. Я перелистнула немножко. Так можно себе подобрать любой продукт на выбор. И не ошибешься. Все, что захочешь, какую систему организма поддержать и помочь, пожалуйста, нет вопросов. Дело в том, что наш продукт, он действительно имеет большой спектр. Он безвреден, он абсолютно не токсичен, он полезен от младенчества будущим мамочкам. Все это свободно мы применяем. И до глубокой старости будем говорить, чтобы быть всегда активным, веселым, ну, как мы с вами. Вот это очень здорово. Самое главное, когда мы делимся информацией, и к нам приходит новичок, он, во-первых, смотрите, регистрация компании бесплатная. Это важно. Инвестиция, о которой говорила Яна, там куда-то инвестировать, мы инвестируем в нашей компании. И инвестируем куда? В свое здоровье. И когда говорят, а сколько стоит вход там, твой бизнес? Да ничего мой бизнес не стоит. Согласны? Потому что, вложив стартовый пакет, неважно, ту маленькую сумму, чтобы попробовать 4800 или 14400, если ты действительно любишь себя, своих родных, близких и свою семью, там 14400, это же вложение не в бизнес. Это вложение в твое здоровье, в состояние, в твою поддержку, чтобы ты постоянно был в хорошей форме. Понимаете? А регистрация в компании, она бесплатная. Поэтому Яна очень подробно вам рассказала. Мы не на работу ходим с утра до вечера на дядю. Мы инвестиции не вносим дяде куда-то и думаем, сработает или нет, правда? Мы даже не открываем малый бизнес, потому что туда вложения большие. А не важно и не знаем, как это все повернет. А ведь MLM, вот индустрия сетевого маркетинга, почему мы с мужем 24 года уже в этом бизнесе? У нас нет других доходов, кроме там Бенц и я. А почему? А потому что, скажите, или 100% ты там бегаешь, что-то делаешь, выполняешь даже те же продажи, правда? Есть же компании только на продаже продавца. Или 1% 100 человек у тебя команда, и 1% от 100 человек. Важно? Вот оно, MLM. Вот он этот бизнес, потому что он действительно, у тебя есть свободное время, есть планирование, есть цели. Но, правильно я вам сказала, поднимаешь вот это место, хочешь иметь в карманах свои, все нормально, значит, ты просто идешь и поднимаешь, но ты планируешь это самостоятельно, как тебе выгодно. А сайт компании, он обновляется все время, там вся информация. Ведь за считанные минуты можно посмотреть и узнать о компании все абсолютно. Это же важно? Важно, я думаю.
Ну и я уже немножко сказала вскользь, потому что о бизнесе, о маркетинг-плане будет у нас следующий блок выступлений. Но регистрация бесплатная, и вам дается бэк-офис, я очень кратко скажу. И после регистрации вы уже можете начинать строить структуру и свой бизнес бесплатно. И есть еще эксклюзивный маркетинг, стартовый бонус. Вот когда я рассматривала, да, возможности компании, и, конечно же, меня всегда интересует бизнес. Сколько денег, за какой период, как быстро я могу выйти на ту сумму, которая меня устроит. Правда? Интересует это всех ли? Так вот, это очень важно. Есть клиенты, да, пожалуйста, пусть они будут вечными клиентами и получают свою скидку. 310 рублей, 620, не вопрос. А вот как партнер, он приобретая стартовый пакет для себя лично, для своего здоровья, он уже строит, начинает структуру, начинает удержать эту информацию, просто невозможно. И когда ты поделился, то люди хотят разобраться, что же это такое, почему ты улыбаешься всегда постоянно, почему у тебя все хорошо. Но есть еще ведь и активный партнер, правда? А вот активный партнер, он участвует во всех мероприятиях компании. Потому что компания, она живет ведь по событиям. От события к событию. Это тоже очень важно, что компания нам дает такую возможность. Вот я и сказала, клиент, он просто пользуется продукцией. Преимущество в чем? Что активный-то партнер, он не просто пользуется продукцией со скидкой. Он участвует в акциях, мероприятиях, промоушенах компании, строит бизнес. И вы знаете, не только в разных регионах нашей большой необъятной России, ближнего зарубежья, но ведь и далеко за рубежом, по всему миру. Что этому способствует? Это способствует этому маркетинг-план, и он уникальный. Стартовый маркетинг. Смотрите, вот многие российские, особенно компании, они работают по классическому линейному маркетингу. И мы, работая в таких компаниях, мы понимали, что ты получаешь 12 зарплат ежемесячно. Пришел новичок, надо месяц отработать, надо. И еще дней 10-15, когда тебе выдадут зарплату. За один месяц, за второй, за третий. Кому сразу 50 или 500, а кому-то может быть и 5 тысяч. А еще надо этот месяц полтора дожить. А у нас эксклюзивчик, и об этом вы подробно узнаете вот в том блоке по маркетингу, это стартовый бонус. Поделился с подружайкой или с незнакомым человеком по интернету, и человеку понравилось, ему захотелось, а ты имеешь сразу мани, денежки. Понимаете, вот в чем эксклюзивность. Поэтому, вот зная все беды сетевиков, которые бегают, там чуть-чуть отхватили, там, там и так далее, здесь можно иметь денежку, прекрасно дашь деньги. И самое главное, по стартовому бонусу мы же никаких повторных закупок не делаем. Да? Согласны со мной? Это выгода? Я на новичков работаю. Выгода по стартовому бонусу. Ну а все остальное вам расскажут, вы разберетесь. Вот то эксклюзивное обучение, которое создано у нас в компании. Представляете, вебинары. Регулярно, в определенное время. Хочешь быть здоровым, выходи туда. Хочешь быть успешным, счастливым, пожалуйста, заходи на те вебинары, где тебя обучают. Мы даже вот сейчас в Турции, отдыхая, некоторые же даже понятия, ну, у нас нет таких людей, которые выезжали в Турцию, но тем не менее, в соцсетях, это же не так как бы просто работать, а чем проще мы работаем. И когда показано, рассказано, как это просто делать, это же тоже здорово, такое обучение. Поэтому в нашем бизнесе могут принимать участие, я хочу сказать, и продвинутые люди в этом направлении, а может быть даже те, которые не имеют компьютера. У нас есть представительства, и у нас по России больше 140 представительств открыто. А если взять зарубежье, это огромное количество, где можно в личку встретиться, рассказать, показать, повести. И именно простые шаги, первые шаги. Бизнес, он всегда просто. Чем проще, с хорошим азартом и прекрасным настроением. Но вот
земной шарик недаром у меня на слайде. Везде и повсюду. Вот те категории и критерии выбора компании, о которых я рассказала, вы можете быстренько их сфоткать и посмотреть. Перспективы развития компании, я вам говорила, руководство говорило о продукте, о его востребованности, да, именно вот уникальность, востребованность, доступность и результативность, да, я повторяю. Наличие собственной научно-экспертной группы, производство, сертификация, маркетинг, плата за регистрацию и, конечно же, наличие системы обучения. Но, а то, что нам дает компания? Смотрите, мы только в 2018 году с мужем уже дважды отдыхаем за счет компании. Весной – это Доминикана, осенью – это Средиземноморье. Здорово? А на следующий год весной и Бали, и Санкт-Петербург. И, кстати, очень удобные, вот такие легко выполнимые, так же, как и наш маркетинг легко выполнимый, так и условия вот, выполнения этих промоушен. Представляете? А осенью это уже круиз. Представляете? Это тоже очень здорово. И вот что бы мне хотелось сказать, вот я Бали слайд, вот еще вот об этом подарочке, который у нас постоянный в компании. Кушаешь продукт. Я не продаю продукт. Я ни одной бутылки вот за 2 года не продала. Я его просто ем. Вся моя семья пользуется этим продуктом. Все мои друзья, знакомые, им это нравится. Но я беру ежемесячно определенное количество. Представляете, продукты. Первые полгода и пошел твой подарок каждые 3 месяца на 6500. Вы только вдумайтесь. Так мы этот продукт, его нечего пробовать. Его жрать надо. Им пользоваться надо, чтобы быть здоровым, благополучным, успешным, и это очень здорово. А смотрите, я обращаю особое внимание, что наша компания уделяет огромное внимание в развитии российской науки. Вложение – это о чем говорит? О долгом существовании проекта компании, да? Когда мы вкладываем в нашу российскую компанию, когда мы не зависим ни от таких колебаний валюты. Наш рубль, наше производство. Здорово? Здорово. Ну и, конечно, возможность работать в любом уголке нашего земного шарика. Я на этом заканчиваю свое выступление. Я благодарю вас за внимание. Всех благ. Здоровье, как Игорь Витальевич говорит. Какое здоровье нам нужно? Физическое надо? Надо. Духовное надо? Надо. А материальное надо? На карманы. Так вот, всего этого я вам и желаю. Спасибо.